Рыба отблинковывается, на вига тэпаются. Хорошо тэпки дают розы. Да на лак влетел, сейчас помрет, да, там же? Нет, Катун. Катун хорошо стягивает всех, минус... Минус Вигелос. Минус Карли Кью. Минус Вигелос. Так. Есть смысл за ней бежать? Ну... Сомнительно. Так, Катун не попадает. Сейчас бабка будет байтить через бига. Оп. Ну, я слышал, что бабку биг вообще не пробивает. Катун! Бум! И конь минус. А бабка все забегает под бигом. И пофигу. Так, лис. Вигелос на подходе. Лис подбежал и просто сейчас помрет. Все. Подбежал морально, побыл, брат. Смотри, конь на подходе сейчас будет лететь. Летит. Бум, 30 метров. Бум. И катун. Ну, это пока 20. Так, бежит 7 уровень, 9 уже. Так. Все, на этом закончилось все. Блин. Первый кинул, задачу выполнил. Противников отогнал. Влетел, хорошо, в Катуна. Хороший влет до Навака в пустоту. Так, а что у нас опять зависло? Хотя все работает. Непонятно. Тут погоня за Вигелосом тем временем. Ты, может, остановишь? Так, когда я паузу нажал? Тут убили Вигелоса, короче. Меня тоже остановили. Так, не, работает. Нас на 15-й нажми паузу, Паш. 14-24. А, у тебя 24, сейчас я догоню. Там Вигелоса убьют, и я вот сразу нажал. Так, Катун в бабулю. Бабуля отультовывается. Там еще Ли Сультану. Там здесь сколько времени-то? Ой, блин. 14.42, Паш. Ну, давай уже закончим тут. Х2 поставь на 50-й минуте, сделай. На 50-й секунде. У меня 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, давай, 51. Давай, поехали, 50. Ну, все, давай. Да. Погоня за бабулей, Коль ультует. Они ее пятером не могут. Четвером не могут убить. Хорошо, и выйдет. Лечится. Дай Катун на подходе. Сейчас они с конем тут разберутся. Бум! За секунду. Вот это лис. Минус лис, да, полезный герой. Ульта Карли застанила коня. На целых полсекунды. Ну, тут вообще не о чем говорить по этой игре, потому что в одну калитку все идет. Фанпик, ты причем в одну калитку, это несерьезно. И тут у обоих команд. Нет, ну, тут есть сорта с рыбы, но она сомнительная. Бабка бы лучше, наверное, была, чем лис. Ну, возможно. Ну, либо так не фидить вначале, чтобы рыба хоть как-то была в розе. А то, когда рыба седьмая, там, допустим, а вся команда уже девятая, там... Говорят, это проблема. Говорят, ульта рыбы не сильно дамажит. Особенно под щитом, как бы. Под хилом, под щитом это вообще... Смотри, сейчас убью до Навака. Так, улетает лиса, минус лис. Ну и до Навака, наверное, не отпустит. Карли тут ждешь, чтобы он не упрыгнул. Да, вот. Неправильно немножко дает скиллы. Вот он должен был не тупо второй дать, а... Первый и второй сразу же. Смотри, огонь. Второй огонь полетел. Щит. Рыба тоже дает щит. Дона выживет, да?
Ну, наверное, да. Да. Дотыпались. О, конец рыбы. Зато утонул. Они с этими то же самое хотят сделать, что с Кариоши, нет? Не знаю. Думаю, нет. Да, 20 тысяч преимущества, это... 18 минуты немножко неприятно. 6 секунд. Да. Так, Атум влетает, блинковывает Свигелос. Можно пофармить. Любую инициацию контрит Роза. Сейчас, что? Так, понятно. Ну, идут, допушивайте, команда Рознуар. От всех башен избавляются. Потихонечку. Данавак, непонятно, куда дает первый. Пошел ультимейт. Никого не цепляет. Полезный ультимейт. Че на обратном пути споет, да, Катуна. Так, конь полетел в лиса. Идет тэпка на коня. Вигилос затэпывается. Дановак, стан с четверых. Ультимейт. Кого же убивают? Опа, умирает Катун, умирает Дановак. Ультует рыба, но толк от этого ноль. Сейчас должен помирать конь. Да, помирает конь. И Катун тут уже не прощает Дановак. А тут и рыба умирает. Вигелс. С двух плюх просто на пол хп просаживает лиса. Деточковый это первый дает. Все, минус лис и минус конь. Да, не собираются заканчивать нуары. Будут рушить базу целиком. Издеваются над оппонентами. Так, опять прошу прощения, в любви немного. Тут все-таки нуары, видишь, базу просто выедают все. Они, видимо, с Кариоши не получилось. Теперь с этим хотят, да? Будут с этим сделать, да. Смотри, они просто не бьют трон. Ну, они крипом это дело оставят. Потом ультнуть, чтобы крипов убить. Да, отходят, смотри, закупаются. Зеленые сферы. Ну, я слышал, что так бэймить это некрасиво. Зеленые сферы покупают. Три сапога. Ну, да. Ты видишь три сапога? Бэйм нынче не в моде, ребят. Не знаю, какого... Чего они там... Что-то они вот в первой игре вчерашней так не делали. Ну это не профессионально, они силу почувствовали и... Начали издеваться на соперника. Да, начали издеваться. Бабка идет сюда фидить. Зеленую сферу включила. Лечится, на нее тэпка идет. Мои пятерых, Карликью, в один скилл, Катун. Ай, не ползет, кто-то подхилил. А красиво было бы. Было бы все. Кстати, лис вдох. Ну, лис это само собой.
если было бы чуть подальше от фонтана, там вообще по красоте. Там кто-то блинканулся, поэтому всех стянуло к фонтану. Ануары вообще знают, что это не кореюши? Ну да, крипы съедают. Ну, непрофессионально это боимить, конечно. Но их дело, да? Выиграли, да. Выиграли. Не хотите, чтобы это так сделали? Сдавайтесь. Да, сдавайтесь, и все. Хабдизини 15-09. Гаш 13-3-8. Саппорты хорошо отыграли. Фигню покупали. Два сапога на каждую ногу. Там у кого-то даже три я видел. У бабки. Да, три. Тут четыре даже по-хорошему. По два сапога на каждую ногу. Ну да, по два на каждую. Да. Что, будем ждать?